За 4 дня участники преодолели около 500 километров. Дорога стала настоящим квестом. Путешественники постоянно искали возможность зарядить машины. В частных домах, кафе и отелях в среднем, чтобы зарядить электрокар, требуется до 8 часов. Время можно сократить до 20 минут, если бы в крае появилась сеть электрозаправок. Без нее участники эко-квеста порой попадали впросак. Автомобили по пути разряжались, а когда их приходилось тащить на бензиновых автомобилях, люди с интересом смотрели на автомобили, фотографировались, много раз спрашивали, давали нам розетки. В некоторых местах мы выбивали всем автоматы, заряжая 5 машин сразу, и они ночью у нас вдруг все автоматы выбились, и машины выяснилось, что утром не зарядились. Завершили путешествие экспериментаторы в Сочинском орнитологическом парке. Через экологические объекты пролегал весь маршрут участников акции. В рамках Года экологии они посетили сафари-парк в Геленджике, лабораторию воздуха в Туапсе. Подобного эксперимента в России еще не было.